Хай всем, добро пожаловать обратно в Warlock проходит Slay the Spire Daily. Ну, игра, будешь грузиться. На первом месте, как обычно, счет 10 тысяч, естественно, 382 очка. Окей, так, ладно, но это 20-ку, давайте не будем смотреть на 20-ку. Давайте посмотрим в полтинник, сколько нам надо. 1300, короче, мы в полтинник попадем. Дефект. Мастер зелеварения, проклятая вылазка, бинарность. Слушай, ну очень хорошие моды, мне нравится. Особенно проклятый забег мне нравится. Ну и мастер зелеварения всегда хорошо. Хотя будет полная колода трешака под названием алхимия. Так, одну секундочку. Ну, алхимия хорошая, но все-таки она трешак. Нет, не смейся. Мне сказали, нельзя смеяться. Все, я не буду смеяться в видео, спойлеры. У меня ужасный смех, поэтому... Поэтому никакого смеха вы больше не услышите, будем играть как есть. 4 элитки можно на первом этаже завалить. Чук-чук-чук, вот сюда, если пойти. О, мне это очень нравится. И вот перед этим в магазинчик. Через бои, не через вопросики. Замечательно. Так, сразу зелья. Защита скорее нравится, чем нет. Проблема в том, что у нас нету стартовой реликвии. Стартовая реликвия есть, что у нас нету в начале игры... Собственно, никакой возможности получить сферы, кроме шока. Ну, а это шок, это очень долго, поэтому я предлагаю не делать колоду на сферах. Наверное, это будет побыстрее и поэффективней. Бум-бум. Отлично, зелье энергии оставим на следующий ход. У этого чувака еще целых 26 здоровья, а мы его все еще не убили. Мы его и сейчас не убьем. Но с зельем энергии мы почти закончим это дело. На следующий ход он мертв. Гарантированно. Так, перед тем, как мы гарантированно его убьем. Бум, еще алхимию. Отлично. Замечательно. Огненное зелье еще одно. Я возьму огненное зелье сейчас вместо зелья артефакта. Хотя зелье артефакта и надо на босса копить. Но пока не будем. Так, голограмма, силовое поле. Но если рассматривать силовое поле как карту в начале игры, оно вообще не катит. У нас нет талантов. Не-не-не, слушай, мы не можем брать силовое поле, оно не будет играться под слово совсем. Поэтому пока что как-нибудь так. Очень не хочется огненное зелье тратить. Я огненное зелье оставил бы на первую элитку. Вот прямо, если бы у нас было три огненных зелья, мы могли бы, ну, гремлина почти сваншотить. С другой стороны... Экстракт стали тоже хорошая штука. С третьей стороны. Надо поискать что-нибудь другое. С четвертой стороны. Будем еще искать. Короче, мы нашли зелье силы. В смысле стероиды. И мы эти стероиды оставим, скорее всего, на элитку. Попробуем еще зелье найти. Попробуем найти зелье, которое даст нам артефакт. Так, тогда что лучше? Тогда лучше огненное зелье выбросить сейчас. Если мы идем на стероиды, тогда нам огненное зелье не нужно. Хотя, возможно, огненное зелье и лучше вначале. Сама починка в алхимике не нужна. Нам постоянно будут зелья лечения падать и все такое. Вот можно взять сейчас шаровую молнию. Хотя бы какие-то сферы будут. Давай, давай мне шаровую молнию. Нам нужно разбавлять колоду боевыми картами, иначе мы с алхимией тут просто уйдем в небеса. Шипы нахрен. Скорость чик-чик-чик. И на тебе шаровую молнию сразу. И удар. Хотя насчет стероидов, я не знаю. Не такая уж крутая штука, как кажется на первый взгляд. И уж точно зелье навыка нам не нужно. Дальше алхимия. Двое стероидов. Если мы двое стероидов настакаем с зельем артефакта, вот тогда будет жесть. Самая натуральная жесть. Зелье артефакта, зелье силы. Ну, можно тогда одни стероиды использовать в следующем бою. Подзарядку, конечно же, мы берем практически всегда, когда есть подзарядка, я ее буду брать. И давай мне сразу стероиды одни потратим. Это тебе. Двое стероидов тащить с собой, это уже наглость. Это уже наглость, это вообще вот, типа, если зелье артефакта не выпадет, то мы лохи полные, да?
Хотя лучше, наверное, было бы зелье ловкости оставить вместо астероида. Вот сейчас я об этом думаю. Ну, так. Разные могут быть мнения. И уж я думаю, 100% зелья силы нам выгоднее, чем стероиды. Но раз у нас два зелья силы, тогда мы можем спокойно одни стероиды сливать. Но сейчас их бесполезно сливать. С другой стороны, у нас есть алхимия, которую надо использовать. И, конечно же, вместо стероидов приходит зелье артефакта. Ну, естественно. Простите, смех. Ой, чё-чё, убираю смех. Жидкая бронза не нужна. Целься в глаза. Не уверен насчет целься в глаза. Нужна ли она нам сейчас? Опять же, с алхимией, наверное, скорее нет. Поэтому все это остается лежать. И наш первый магазин дает нам подушку, если мы хотим. Конденсатор — это второй вариант, что можно взять. Ментальный взрыв мне тоже нравится. У нас колода уже достаточно большая, и скорее всего она будет большой. Потому что алхимию убирать — это глупо. Хороший вариант — это конденсатор и поглощение. Тогда мы будем делать колоду на фокус. На эти, собственно, на сферы. Если возьмем ментальный взрыв, то надо делать колоду на атаке, на большую колоду на атаке. Мы можем сделать уже большую колоду легко. С ментальным взрывом. Его надо будет улучшить здесь. Знаешь что? Нам будет сложно сделать сферы рабочими из-за алхимии. А ментальный взрыв всегда можно сделать рабочим. И подзарядку тоже нормально. Так, то есть делаем вот так. Теперь идем сюда. Здесь мы куем ментальный взрыв. Он у нас теперь стартовый. Он будет бить сейчас на 15. Что пока что немного, но в будущем он будет сильнее. Намного. Я на этом пацане сразу буду использовать все наши возможности. Силовое поле как-то неудачно пришло, но ты не виновато. Он сам пришел. Нормально. Гремлин нас пробьет практически гарантированно. Хотя, может быть и нет. Против него алхимию сложно использовать. С другой стороны, у нас куча энергии, как бы глупо ее не использовать. Зелье артефакта тоже надо выпить, оно заблокирует его дебаф на нас. Мы, может быть, его убьем раньше, чем он нас продамажит. Не получится. Он нас продамажит 100%. Если мы используем оборону, он получает плюс 2 силы и нас продамаживает. Ну и хрен с ним. Гори синим пламенем, гремлин. Это единственный вариант здесь был не использовать алхимию, но мне это не нравится. Алхимия, шипы. Ты мертв, отлично. Ну, чуть-чуть мы получили урона, нормально. Зато пояс зелий. Окей, все, мы готовим просто на адском огне. И разгон я беру. У нас большая колода, разгон подходит, он добавляет ожоги. Ожоги еще больше увеличивают колоду, все в порядке. Так, ментальный взрыв сразу тебе. И погнали алхимию. Шик. Чик. Чик. Что у нас, фея в бутылке? Лишнее выкинуть. Выпить вот это. Мы можем попробовать убить вот этого чувака. Мы, точнее, можем его убить зельем яда. Или со стероидами. Но вот теперь стероиды, когда у нас есть лишнее зелье, я 100% оставляю на босса. Разгон. Где мой ментальный взрыв? Его не будет, откуда ему тут взяться хоть. Да, теперь мы можем спокойно копить зелье на босса. Но я не должен говорить, какая для нас шара этот пояс для зелий. Ну это просто жесть. К херам сферы. Делаем гиперлуч. Обычно колоды на гиперлуче начинают всасывать попозже немножко. После того, как ты влетел на третий этаж, они начинают становиться плохими. Ну, просто потому что дамага гиперлуча, конечно, не хватит. С другой стороны, у нас сфер сейчас вообще нету нормальных, кроме шаровой молнии.
Может, хрен с ними, со сферами. Ну, блин, сколько раз мы с гиперлучом играли, и получалась плохая колода. Давай мне лучше еще один разгон, чтобы быстрее пролистывать колоду. Крохотный сундучок. Это, наверное, скорее плохо, чем хорошо, потому что он будет нам давать больше проклятий. С другой стороны, с проклятиями ментальный взрыв становится лучше и лучше и лучше. Так, вот этот пацан. Лучше захода у нас просто не будет. Так, теперь двойной разряд. Удар и ментальный взрыв ему напоследок. Дальше сразу в яд. Сразу шипы. Ну, огненное зелье мы всегда успеем кинуть. Спешить не стоит. Так, он бьет на 18. То есть, посмотрим, что даст алхимия. Зеностой энтропии. Ну, тогда все решено. Мы дамажим его по полной. Сейчас делаем вот так. Теперь зелье. Еще одну оборону. Шок. И я тупо в него вот это все выкину. И теперь энтропию. Так, у нас есть зелье артефакта. Замечательно. Мы можем еще скинуть сожаление. Что особого смысла не имеет. Проклятие, по идее, не должны сбивать идеальное убийство элиток. Разгон. Еще разгон давай мне. Так, теперь что мы хотим здесь использовать? Ну, 100% тебе вот это. И мы его сейчас убьем. Нам стоит использовать зелье энергии. То есть вот так. И он мертв от зелья взрыва, которого у нас нет. Так что он ни хрена не 100% мертв. Но мы точно можем набрать достаточно защиты. Давай сначала алхимию посмотрим. Вот, два зелья артефакта. Отлично. О, облик эха. Так, теперь что нам нужно сделать здесь, это настойку игрока замутить и сбросить вот это. Нам здесь придет еще одна подзарядка. Две подзарядки, 14 блока, 19 блока. Все, у нас достаточно блока, мы его убиваем на следующий ход. Особенно если ментальный взрыв придет, вообще хорошо. Даже если он не придет, нам пофиг. Мы его и так убиваем, потому что облик эха. Синяя свеча сжигает проклятие. Шик. С ключом это супер находка. Из этого всего мы берем оптимизацию. Она дорогая, конечно, карта, но она нам нужна. Это будет наш дамаг в поздней игре. Сразу ментальный взрыв тебе. Знаешь что? Сначала поищи алхимией зелья. Еще один настой энтропии. Замечательно. Мы оставляем настой энтропии, два артефакта и стероиды на босса. Это тебе. Разгон. Так. Давай еще одну алхимию, еще яд тебе тоже туда же. Ну и тупо шок, сдвоенный разряд. То есть да, мы 13 сейчас получим, но на следующий ход он готов. Мы это все делаем для подготовки к убийству босса. Такие жертвы терпим. Инициализация замечательная штука. Так, кого убить? Тебя убить. Этого мы не могли. Да? Не могли завалить. Только если со стероидами, но я не хочу. И мы можем завалить одного из сфер. Да, мы могли центрального убить, но смысл, у нас инициализация, зачем нам это? У второго остается 30. Мы легко можем его продамажить и заблочить все. Так и стоит сделать. Алхимию пока одну игнорируем. Отличная колода, шикарная колода. Наверное, самая лучшая алхимическая колода, которая у нас была, блин. К сожалению, я сразу сожгу, и потом мы спокойно можем использовать шок. Ой, разгон, то есть. Так, после разгона нам подходит еще одна алхимия. Сразу выпиваем зелье энергии, я не вижу смысла его экономить. Абсолютно никакого. Ловите сдвоенный разряд, пацаны. И добиваем часового. Ты нас не пробиваешь, ты остаешься один, абсолютно один. И мы тебя сейчас приготовим. Из тебя вкусный завтрак. Так, стоп, не убивай его, рано. О, зелье фокуса. Красота. Все, у нас комплект есть для босса. Курительница, офигительная штука. Укрепить корпус тоже. Осталась одна элитка перед боссом. Получаем проклятие, на которое нам пофиг, потому что у нас есть синяя свеча. Да, нам периодически придется хиляться из-за синей свечи, но это нормально. Это абсолютно нормально. Так, инициализация не нужна. Я думаю, что мы здесь ничего использовать не будем. И алхимию не будем. Но мы ее будем, чтобы она нам не мешалась. Но по большому счету она ничего не делает. С этим чуваком так классно не получится, как у нас было. Поэтому я буду пропускать как бы дамаг в лицо. Пускай бьет.
Ну, здесь обидно 6 получать, но с другой стороны, что мы можем сделать? Как ты мне не нравишься, ты не представляешь. Просто не представляешь, как я тебя не люблю. Мы его должны добить сейчас. На следующий ход, по идее. Потеряем тонну здоровья, но добьем. Хрен мы его добьем. Нам пришло 150 проклятий. А что? Дамаж меня на 15. Я похилюсь перед боссом. Ты меня уговорил. Галька. Нормально. Дефрагментация. Ну, короче, хорошо, что мы не пошли на этот. На мегалуч. Потому что сейчас мы спокойно полечимся, и у нас есть очень хороший комплект. Да, это этот мудила из Нижнего Тагила. Я знаю. С ним могут быть проблемы. Так, что нам нужно сделать для того, чтобы здесь получить бонус от силы хороший? Сделать вот так, вот так, вот так. Теперь настой энтропии, надеемся на защитное зелье. Тих, дымовая шашка, гори синим пламенем. Шипы сразу можно. На следующий ход нам понадобится настойка игрока, чтобы вытаскивать себе все, что нам нравится. В смысле защиту всю. Я попробую здесь идеальное убийство, но шансов, честно говоря, мало. Так, нам нужно ментальный взрыв сейчас ему сделать. Теперь, делать ли мне разгон? Но если мы сейчас уберем проклятие, это будет хорошо. Давай разгон сейчас. О, две алхимии, отлично. Это все... Стоп. У нас два стака артефакта. То есть мы можем получить 5 ловкости и на следующий ход, если ее сейчас применим. Да? Да. Отлично. То есть у нас... Сейчас плюс 5 силы, плюс 5 ловкости. И на следующий ход у нас тоже будет плюс 5 силы, плюс 5 ловкости, потому что у нас 2 артефакта. Как раз на это я и рассчитывал, собственно. Поехали. Да, ловкость и сила остались. Очень хорошо. Очень плохо, что так мало защиты. Прямо ужасно. Я бы сказал, отвратительно. Ладно, зелье навыка, утилизация. Пока что не нужна. Так, смотрим, что нам здесь не интересно. Нам не интересно все, кроме защиты. Поэтому сбрасываем все, кроме защиты. Бум. Вот, совсем другое дело. Раз, два. 26 блока. Он бьет на 4-6. А что он так слабо бьет? Он обычно бьет намного сильнее. Или я сильно привык к возвышению. 12, 24... 36. Он на 36 бьет. То есть нам нужна еще одна защита. 37. Должно хватить. Это мы сразу убираем. И шок напоследок. Ну и как бы энергию копить смысла нет. Пускай у нас будет 63 блока. Не помешает. К сожалению, тоже идет нахрен сразу. Блок. И пытаемся его добить. Нам уже не интересен сдвоенный разряд. Даже плюс 2 фокуса уже... Делают двойный разряд плохой картой. Поэтому просто делаем блоки и ждем, пока нам придут наши дамажные заклинания. И до свидания, идеальное убийство. Было приятно познакомиться. Меня зовут Варлок. Я не умею играть в Slay the Spire. Да нет, все нормально на самом деле. Но идеальное убийство, я сделал все, что мог. То есть мы заблокировали в первый ход максимум. По-моему, лучше ничего нельзя было сделать. Ну, можно было. Надо было оставить настойку какую-нибудь на будущее там, чтобы что-то другое играть. Ну, короче, вы меня поняли. О, сколько ожогов. Какая красота. Где мой ментальный взрыв? Угу. В самом конце колоды. Зашибись. Утилизации можно, кстати, ожоги сжигать. Даже если, собственно, блок от них не нужен, то... Ну, то есть энергии они никакой дополнительно не дадут, но они все равно рулят. Ну, когда сжигаешь ожог. Так, что там за проклятие пришло? Травма. Отлично. Творческий. У нас есть, в принципе, возможность играть много талантов. Но чё-то я очкую, Славик. Предвзятость я не люблю брать как карту постоянную. Она вечно мешается и в итоге...
Блин, ну она, конечно, дает фокус. Да не, но это смешно. Предвзятость, она потом тебя в минус на боссах уводит и все. Хотя в обычных комнатах она рулит. Но в обычных комнатах мы зельями будем рулить. Творческие и слишком дорого. Не. Содзу это смерть. Призывающий колокол. Это очень близко к смерти. Хотя он и даст нам три проклятия, и у нас ментальный взрыв станет сильнее. Ну, у нас и так будет тонна проклятий. С другой стороны, есть много артефактов, которые сделают эту колоду непобедимой. Очень много. У нас есть золото, чтобы их убирать, эти проклятия. У нас есть синяя свеча. Знаешь что, давай мне колокол. Я знаю, что я много раз убивал свой забег колоколом. Это очень слабое проклятие. Ваджира нормальное мясо, нормально, барабан тоже нормально. Не более того. Ну, хотя я бы сказал, что для нашего билда, наверное, ваджира более чем нормально. И мы пойдем по магазинам убирать проклятия, и потом попробуем максимум элиток завалить. Мы только одну можем. На этом этаже вообще только одна элитка, поэтому магазины. В магазинах нам по большому счету ничего не нужно, только убирать проклятия. Ну и, конечно же, каждое проклятие это плюс к силе, поэтому... Как бы... Вот как-то так. Так, вы, птицы. Кого убить? Тебя? Тебя? Нет уж, признавайся, тебя или не тебя. Я буду сжигать только активно плохие проклятия. Муки, рану я не буду трогать, пускай лежит. Она лежит, есть, не просит. До свидания. Травмы и все остальное, я думаю, что это лишнее, терять здоровье. К тому же с птичками у нас проблем, по идее, не должно быть. Вот эти два проклятия можно сжечь. Легко. Так, это тебе, это тебе. Нас сейчас пробьют на 10, что мне не нравится. Поэтому держи зелье слабости, которое я думал тебя сделать так, что ты будешь 0 наносить дамага. Но, видимо, я дурак, потому что у меня курительница была активна, да. Они, кстати, все по 2 там били. Фокус, талант. Здесь талант я точно использовать не буду. Фокус оставим на босса. Хотя с такой силой делать билд на сферы как-то глупо. Так, ты. Мне нужны карты все. И вот эти все карты тоже нужны. Давай мне еще одну алхимию, шипы. Вот шипы его как раз добьют. Хотя знаешь что, сдвоенный разряд его тоже отлично бы добил. Но шипами красивее. Белый шум это таланты. Чем больше у нас колода, тем быстрее, сильнее бьет ментальный взрыв. Поэтому я сейчас буду добавлять все карты. И я заранее прошу прощения за этот трэш. Я знаю, что не все любят такие колоды, но я буду так делать. И вы должны меня понять и простить. Я был бы благодарен, если бы вы меня поняли и простили. Первый ход у нас всегда самый сильный. И ментальный взрыв, и мы не получаем часто дамага, потому что у нас есть... потому что у нас есть возможность заблокировать первый ход всегда. Поэтому первый ход это наше все. Так, шок. Укрепить корпус. К сожалению, лучше сразу сжечь. Так, ты должен умереть сейчас. И ты мне вообще не нравишься. Давай, до свидания. Можно было еще алхимию поискать. Так, что я не хочу? Я не хочу зелье энергии, я лучше возьму взрывное. И снова, опять же, добавляем. Сейчас я буду добавлять все карты. Поэтому простите меня, если можете. Как я не хочу творческие добавлять. Ну ладно, уговорили. Фокус. Даже несмотря на то, что у нас колода не заточена под... Вот это все дело, нам фокус мог бы помочь. С другой стороны, нахрен нам фокус? Че нам эти сферы молний? Сначала нам нужно убрать из колоды вот это чудо в перьях. Всегда в магазине сначала убирай проклятие. Знаешь что, я пошел куплю себе ядовитое яйцо. И мы пойдем в следующий магазин. Я надеюсь, что нам сейчас хватит золота на еще одно убирание карт. По идее должно. Так, ты бьешь на 35. Сначала сделай вот так, теперь алхимию. Еще фокус, 4 фокуса на боссе. Что, наверное, не так круто. Потому что, ну, толку нам от 4 фокуса на боссе.
Так, ты мертв. Белый шум, облик эха, отлично. Просто замечательно. С этим чуваком я бы лучше, вот честно говоря, вообще бы ничего общего не имел. Может быть, даже зелья фокуса нам не нужны. Не, они рулят. Они не настолько рулят, насколько рулит, например, зелье ловкости, да. А, облик эха. Я забыл за тебя. Я забыл за него, за облик эха. Знаете что, мы валим. Мы валим, в этом бою мы получим тонну урона. У нас полная колода навыков, мы не можем там драться. Кошка, нет, не микрофон! О боже мой, я прошу прощения, моя кошка стукнула по микрофону. Я надеюсь, что никто не умер из тех, кто сидел в наушниках. Но, возможно, вы умерли. Тогда я тоже прошу прощения. А, не хватило золота, потому что мы бой не закончили, точно. Нам нужен разлом. Сюда. Так, чего псковать такой? Сковать разлом. Одна из самых эффективных карт в середине, в начале игры. Ну, сейчас у нас больше, конечно, ближе уже к концу игры идет. Но все равно он хороший. О, зелье артефакта есть одно. Замечательно. Мы по большому счету, да, копим зелье артефакта в больших количествах. Пытаемся их накопить. Бесплатный белый шум я всегда рад. Там все время с белого шума облик эхо будет приходить. Не то, чтобы я был против. Я как раз за. Давайте мне неограниченное количество обликов эхо. Так, ты у нас что бьешь? На тебе вот две сферы молний. Это мне. Нам достаточно любую атаку, и мы его как бы убьем. Хрен мы его убьем. Поэтому давай мне двойную оборону. Потому что хрен мы его убьем. Ну, в такой большой колоде всегда будут проблемы периодически. И проблемы могут быть плохими очень. Так, стероиды вместо фокуса. Я решил, фокус может идти нафиг. И я даже не возьму дефрагментацию. Так, есть у нас карты, которые стоят 0. Есть несколько. Но из-за этого не стоит брать ободрать. Уж точно не стоит брать дефрагментацию, я прошу прощения. И уж 100% не стоит пропускать карты. Здравствуйте. Приятно было познакомиться с вами. Спешу вам сообщить, что вы все немножко мертвы. Так. Надо убить его приспешников сразу. Не давать ему даже думать о том, чтобы их бафать или еще что-то. Насчет зелья я подумаю сейчас. Я не думаю, что мы сможем его убить очень-очень быстро, но я попробую. Знаешь что? Нам следует выпить хотя бы одно зелье. Во, во, правильно. Зелье ловкости никогда не помешает, и поэтому я его пью сейчас. Так, снова попытаться убить всех его приспешников сразу. Это можно сделать вот так. Вот так. Вот так, и молнии, может быть, их убьют. Пожалуйста, молнии. Нет. А он снова призывает. Какой молодец. Еще одни стероиды. Так, нет-нет-нет. Кошки, вы не поняли меня. Вы больше не ходите здесь. Вы больше не ходите по моему столу и не толкаете микрофон. У меня для вас плохая новость. Вы так больше никогда не делаете. Да, стероиды сейчас пить глупо. Давай мне зелье ловкости. Так уж и быть. О, вот это еще лучше. Теперь рикошет тебе. Алхимия, еще одна жирзмека. Наверное, я не буду его использовать сейчас. Тебе еще чуть-чуть дамага. Сомнения сразу сжечь. У него 99. Он сейчас, наверное, будет атаковать. Он не атакует. Я счастлив. Я просто чертовски счастлив. И мы снова убиваем его приспешников. Не давать ему совсем ничего делать. Это самый для нас нормальный вариант. Так, белый шум, покажи мне, что у тебя есть. Халявное машинное обучение мне нравится. Ну, здесь можно врубить дефрагментацию. Она нормально зайдет. С другой стороны, если хотя бы одна молния попадет в этого чувака, да, мы его просто убьем ударом и обойдется без всякой дефрагментации. Что, наверное, лучше. Пока у него нет приспешников, он не проатакует. Так что мы в шоколаде. Так, жирзмека, я тебя просто выкину, если ты не против. О, два зелья артефакта с двумя астероидами. Отлично.
и тупо дамажим. Мы его должны завалить на следующий ход. 27 здоровья. Скажем так, у нас есть хороший шанс его завалить. Отлично. Идеальное убийство, по идее. Фонарь я люблю. Зелье нахрен не нужно. Еще один разгон, конечно. Конечно. И поехали сюда. Цветочек тоже люблю. Кормовая репа люблю, но у нас что-то до хера проклятий. У нас примерно 1 000 000 000 проклятий в колоде. Нам нужно апгрейдить дамаг. В частности, оптимизацию, простите. Не инициализацию, а оптимизацию. Так, здесь можно ни на что не смотреть. Тупо брать сразу проклятие. Хотя, очищение было бы шикарно. Что у нас самое опасное? Ну, понятно, что сомнения самое плохое. Поэтому убираем их. Может быть, было эффективнее купить очищение, но я сомневаюсь. Так, я пойду через вопросик для разнообразия. Мы ни хера тут не получили. О, нет, только не избранный. Так, мочи его. Просто мочи его на корню. Вообще не дай ему даже сходить ни разу. Желательно было его убить, не дать ему даже первый свой скастовать спелл. Кстати, можно было сделать это. Нет, нельзя было. Ну, в любом случае. Он мертв, я счастлив. Другие зелья нам не нужны, поэтому только подзарядку врубай. С такой большой колодой головокружения на самом деле не страшно. Все будет в порядке. В колоде не хватает атак, но вы это и сами видите. Но зато те атаки, которые есть, они мощные очень. И проблем не возникает. Ну и слишком много... Конечно же, у нас слишком много. Блин. Плюс 15 силы на боссе. Выкинуть одно зелье артефакта? Или выкинуть на 100 энтропии и типа мы готовы? Нет, одно зелье артефакта лучше выкинуть. Потому что все три стака стероидов, они в один стакаются. И одно зелье артефакта заблокирует снятие всех трех стаков стероидов. Голограмма, конечно же, нужна. И я думаю, что агрегирование это лишнее. У нас и так энергии много. От всех плюшек. Я даже не знаю, что нам улучшать. Наверное, инициализацию. Мы ее всегда используем, и она нам гарантированно приходит. Пошла жара. Так, первый ход. 1, 2, 3, 4. Энтропия. Немножко не то, что я хотел, но вот это пойдет, потому что как раз-то на второй стак артефакта было бы отлично. Еще один на 100 энтропии. Короче, я сейчас буду пить все шняги. Нам защита не нужна сейчас первый ход, поэтому мы все сбрасываем. И мы сейчас будем пить всю алхимию, просто вообще всю. И даже вот так вот мы сделаем. Еще 2 зелья артефакта. Нормально. Так, стой. Мы еще здесь не закончили, Моншер. Это еще не вся алхимия, которую я выпил. Далеко не вся алхимия. Вот. Теперь это вся алхимия. Рекурсия не работает, правда. Но мы можем сделать рикошет. На что рикошет лучше? На оптимизацию или на ментальный взрыв? Они почти одинаковый дамаг наносят, но... Ментальный взрыв на следующий ход уже будет наносить меньше. Но оптимизацию лучше побыстрее сделать бесплатной. Нормально его продамажили. Угу, пойдет с пивом. Можем ли мы его убить сейчас? Может быть. Да, на второй ход. Угу, нормально. Алхимия хорошая штука. Электродинамика не нужна. Цепная реакция. Цепная реакция, кстати, лучше, чем электродинамика. И манипулятор бесполезная штука. Арери. Вот наша. Усиливать ментальный взрыв. Добавляем сюда все подряд. Прыжок. Еще одну голограмму давай. Я не знаю. Рикошет. И расплавить. Сейчас я буду набирать все карты. Чем больше карт, тем лучше. И здесь по магазинам. Раз... И все. Раз и все. Говорила мне моя бывшая после постельных сцен. Да, я называю это постельными сценами, потому что, ну, как бы, что мне остается делать?
Так, ты умрешь или нет? Не, ментальный взрыв, пожалуйста. До свидания. Вот зачем я беру голограммы, как бы. Я думаю, что это очевидно. И снова, чем больше карт, тем для нас лучше. Сразиться с боссом из первого акта. Получить 999 золота, получить 2 проклятия обыденности. Улучшить все карты вы не сможете восполнять здоровье. А надо нам вообще здоровье восполнять? Если мы все карты улучшим, мы не порвем ли всех в клочки без восполнения здоровья, как вы думаете? Если у нас вся алхимия будет бесплатная, будет тонна энергии и всего остального, мы можем себе это позволить? У нас много здоровья, у нас большие запасы. Но мы не сможем и даже зельями регена восполнять. И тогда нужно будет обходить элиток. Можно получить все золото. И еще 2 проклятия. Обыденность. Которые в такой большой колоде, они не страшные. Можно убить босса из первого акта. За него, я так, насколько знаю, дают очки. Но, камон. Я должен это сделать. Сколько у нас будет проклятий? Кто ставит? Делаем ставки. Сколько у нас сейчас проклятий в колоде? А, вот написано. У нас 11 проклятий в колоде. О, мой бог. Так, добавляет 3 слота для сфер в начале боя. Нам пофиг на слоты для сфер, вообще плевать. Они просто не нужны. Хотя бы одно проклятие надо убрать. Ну и, конечно же, это должно быть обыденность. 999 золота. С другой стороны, не покупать это глупо. Мы можем выбрать навык, который у нас всегда будет в первой руке каждого боя. И это должна быть голограмма. По любасу, да? Сыграем ментальный взрыв, делаем голограмму, еще раз ментальный взрыв. Что еще? Можно приколоться, взять мастер на все руки. Потому что магазинов больше не будет, поэтому... Надо сейчас все золото тратить. Стэк, супер. Радуга, нахрен. Рвать и терзать, отлично. Слоты для сфер, на кой они, черт, нам нужны? Давай вот это. Давай вот это. Что по зельям? Есть что-то? Ну, моих любимых зелий тут нету. Все равно стоит их купить. Вот этот и вот это. И, ну, раз уж мы золото тратим, давай мне слоты для сфер, я не знаю. Почему бы и нет. Все, поехали. Мы готовы. Мы немножко зарядились. Ментальный, стоп, ментальный взрыв сначала, может быть, мы сможем на него... О, сейчас будет ваншот. Ничего не потребовалось даже делать. Мумифицированная рука, поздно. Я уже замутил колоду, которая работает по-другому. Прости, рука. Очень жаль. Так, у нас есть что-то еще, что нам тут прям нужно улучшить? Я и не знаю даже. По-моему, у нас и так все нормально. Защиту надо улучшать. На случай, если мы сможем босса убить без получения дамага. В чем я сомневаюсь. Не, давай мне еще проклятие, конечно, естественно. О, еще проклятие, класс. Супер просто. О, еще проклятие, Амамори, наконец-то. Это, видимо, в качестве прикола. Без разницы, что мы делаем. Но Амамори пришло четко, именно тогда, когда нужно. Ни разу не ошиблась. Так, ты, мой друг. Тебе вот ментальный взрыв раз, голограмма, ментальный взрыв еще раз. Потом, что мы тебе сделаем? Мы вот это потратим на тебя, вот это, потому что оно нам нафиг не интересует нас. Разлом тебе тоже сверху. Как-то так. Да что за херня приходит в руку? Так, ты нас собираешься пробить сейчас. Правильно я тебя понимаю? Али неправильно. 12 блоков он бьет на 13. Ты хочешь сказать, что мне на тебя надо тратить сейчас зелье защиты? Уговорил. Уговорил. Вообще-то не надо было тратить на него зелье защиты.
практически гарантирую нам, что он нас так продамажит. А вот тут мы можем сделать очень интересно. Там-там-там-там-там-там-там. Огромная голова для нас, она проблематичная. Так, сколько он будет бить? Все равно он будет сильнее, чем разлом бить. И знаешь что, надо было этот, надо было его последним играть. Что-то я тупанул. Алхимия уже плохо действует. В частности, из-за того, что у нас миллион карт примерно в колоде. Короче, я не знаю, что я делаю, он мертв. Все нормально. Вот этот набос нам нужно. И я не знаю, давай мне вот это. Мы будем ковать без понятия чего. Первую попавшуюся карту мы будем ковать. Та-ра! Я не знаю, что мне еще сказать про эту колоду. Мне нечего особо говорить, она сама за себя показывает. О, два ментальных взрыва, да? Окей. Угу, нормально. Еще стек. Всегда хорошо. Еще прыжок. Больше урона. О, давай одну алхимию бесплатную наконец-то сделаем. В конце концов. Имеем мы право. Али твари дрожащие. Так. Сразу убить обоих вот этих парней, да? Чтобы они даже не мешались под руками. Ровно блока. Лучше сразу все проклятия сжигать здесь. Здесь я их уже копить не буду. Так, слабость ему пока не надо. Он нас так не пробьет. Снова смотрим, нужна ли слабость. Я хочу зелье проворства пока не использовать. Я лучше использую сейчас зелье защиты. Знаешь, что зелье слабости лучше. Да. Да. И оптимизация, естественно. Классно то, что у нас талантов немного. Мы его бафать не будем. Ну, правда, вот талант. Стэк дает 12. Сразу тебя сжечь. Вот сразу талант. Ну. Это тебе. Теперь, внимание. Он бьет на 20. Стэк даст 13, это 6. То есть не хватает. Значит, этим желательно бы вытащить, например, еще одну голограмму. Вот теперь сыграть эту голограмму. И теперь вытащить ментальный взрыв. Вот теперь стэк даст нужную защиту. И теперь мы можем спокойно дамажить ментальным взрывом. Слушай, какие многоходовочки. Я прямо поражаюсь. Так, он нас не пробивает, он бьет на единичку. Можно спокойно его фигачить, сжигать все проклятия. Алхимия. Я все еще жду, когда ты мне подкинешь что-нибудь интересное. Это все можно не трогать. Медленно идем, но с такой колодой это нормально. Сдвоенный разряд. Какой ты полезный. Прям вот не знаю, что с тобой делать-то. Я правильно понимаю, что он сейчас нас точно пробьет. Поэтому 22, он бьет на дохера. Короче, в любом случае, всю защиту надо врубать уж как есть. Как бы ничего не сделаешь, если пробьет, значит пробьет. Не пробил, пока что. Вот теперь пробьет. Да. Теперь у нас уже без шансов. Дефрагментацию надо было даже не включать. Ну ладно. Гори он синим пламенем, это идеальное убийство. Не очень-то и хотелось. Стоп, уязвимость оставь на потом. А сейчас можно зелье регена включить и что-то типа вот того. О, мой бог, конечно, надо было под зарядку играть. Я не посмотрел, что энергия кончилась, расслабился. Просто тупо расслабился. На 42, да, говоришь? На 42.
А если я тебе стек сделаю, и вот это на 47? Что ты по этому поводу имеешь сказать? Разлом на 46 или вот так на 42? И тогда мы можем еще шок сыграть или укрепить корпус, который не нужен. Не, ну так-то намного интереснее. Так, вот так и шок. Во. Это лучше. Я не знаю, что нам могло бы помочь убить его идеально. Может быть, если бы я чуть-чуть по-другому играл, тогда все было бы поинтересней. Лови. Лови мой удар по тебе. Ну, понятно, что такая колода, она на идеальное убийство не заточена. Ну, я знал, что делаю, по большому счету. Как бы сам виноват. Поэтому особо жаловаться не стоит. И мы его убили. Сложностей никаких не было. 1201 урона. Кстати, намного больше, чем я думал. Одно только идеальное убийство босса. Только одно, да. Чемпион, проклятие, пережор, энциклопедия, коллекционер, денежки. Мне нравится. Очень-очень классный забег. Ну и как раз в моем стиле. Простите, прошу прощения за смех. Я больше никогда не буду. Честно. 194 место, окей. Одно из самых высоких наших, поэтому я счастлив. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Если так, то вы можете нажать кнопку лайк внизу, это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну, я благодарю вас за то, что вы смотрели, и увижу с вами обязательно в следующий раз.